ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה. אמן. Присаживайтесь, пожалуйста, братья и сестры. Сегодняшний недельный отрывок – это книга «Исход», 12 глава, с 24 по 27 стих. Книга «Исход», 12 глава, с 24 по 27 стих. ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. והיה כי תבוא אל ארץ אשר ייתן אדוני לכם כאשר דיבר. ושמרתם את עבודה הזאת. והיה כי אמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם. ואמרתם זבח פסח הוא לאדוני אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים, ואת ביתנו הציל, ויקוד העם וישתחוויה. אמן. מיר вам, братья и сестры, приветствую вас любовью Иешуа Мессии. И сегодня у нас есть прыжок, то есть мы двигались по книге Левит, сегодня мы возвращаемся из-за Песоха в книгу Исход. Вся Парашат Шавуа называется Пейсах. Сегодняшняя наша тема – это пасхальное служение. И первый стих я зачитаю, все стихи, которые с 24 по 27, на русском языке тоже. «Храните сие, как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение». И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил, и преклонился народ и поклонился. Аминь. Начнем с первого стиха, 24 стих. «Храните сие», у нас написано, в иврите написано «Шамартем эт хадавар». Интересно, знаете, то, что эта заповедь в первый раз, когда говорится, что мы должны хранить ее, говорится, что мы должны хранить ее как предмет, давар, да, как это можно перевести как слово, как заповедь, но именно давар – это предмет, определенный предмет, который дается тебе от кого-то другого. То есть представьте, Господь, Он как бы дает нам это как предмет, как то, что мы должны сохранить в нашей жизни. Интересно, что давар – это тоже мужской род. И мы знаем в Евангелии от Иоанна, когда написано «И было слово, и слово стало плотью», то там тоже «двар Адунай». И, то есть это как прообраз Иешуа Мессии, который дается нам через Священное Писание. Второе то, что мы должны сделать, это сохранить этот давар, сохранить этот предмет и сохранить его, то есть не допустить, чтобы было какое-либо изменение внутри него, чтобы что-то было по-другому, буквально тщательно охранять его. И как, буквально как жемчужину. И вы знаете, поэтому, наверное, наш народ, он такой твердолобый. И так тяжело им что-то сказать, и так тяжело их как бы перевести на какую-то другую, на какое-то другое понимание. Почему они очень тщательно стараются сохранить то, что даровал им Господь. И это хорошее качество, потому что если такого человека обернуть в правильную сторону, то потом он будет хранить и совершать свое спасение в Иешуа Мессии уже до конца своей жизни, не отходя ни вправо и ни влево.
Дальше написано, как закон, да будет это как закон для тебя и для сынов твоих навеки. Вы знаете, есть две категории законов. Законы, которые мы познаем, потому что мы видим по наблюдениям нашим, то есть сила притяжения или какие-то другие законы. И Господь буквально говорит, то есть посмотри на жизнь твоих предков, посмотри, что произошло в их жизни, и из этого изучи для своей жизни, чтобы в твоей жизни было покрытие, чтобы в твоей жизни не было того, что было у египтян, но чтобы Господь, ангел смерти, прошел мимо тебя в Иешуа Мессии. И дальше закон это как обязующий, вторая категория законов. То есть представьте, что нам сказано не убивать, нам сказано не прелюбодействовать. То есть это как обязующие законы, которые, когда ты нарушаешь, то они несут определенное наказание в твою жизнь. И вот в этих законах очень важно, чтобы мы, также был дан закон вот этот вот по Песоху, чтобы мы хранили это слово о Песохе, чтобы мы буквально помазали двери своих сердец, помазали свои сердца для Иешуа Мессии, чтобы его кровь была на нас, чтобы мы двигались вместе с ним. Многие говорят, люди, зачем нам этот Песох, зачем нам это все? Весь Песох, он указывает нам на Иешуа Мессию. Весь Песох, он указывает нам на то, что должно было быть со мной, на то, что должно было быть с моим ребенком, на то, что должно было быть в моей семье. Но Господь взял это на себя, за каждого из нас. И, конечно же, мы не должны отказываться от этой великой заповеди, которую дает нам Господь. Второе, то, что здесь в 25 стихе написано, у нас написано «соблюдайте сие служение», в иврите написано «соблюдайте эту работу», «вешмартым авуда», написано именно «работу». И иногда служение, служение Богу, «авудата кодеш», оно именно говорится как «работа святая», как ты делаешь, производишь что-то для Господа. И это действительно была работа, потому что нужно было найти этого агнца, нужно было привести его. И точно так же в нашей жизни, пока мы не нашли Иешуа Мессию, пока мы не нашли этого агнца в нашей жизни, ничего не имеет смысла. Но когда мы нашли его, мы привели его в свой дом, мы привели его в свою жизнь. И дальше нужно было очистить от закваски все, что было в твоем доме. То есть буквально очистить все, что неправильно. И когда уже Иешуа Мессия, он находится в твоей жизни, он помогает тебе очищать все то, что неправильно в твоей жизни. И последнее, то, что нужно было сделать в этой работе, это собрать всю свою семью вокруг этого агнца вечером. И буквально собрать всю свою семью перед Иешуа Мессией, привести своей жизнью, свидетельствуя им, благовествуя им о Господе, привести их к Мессии. Последнее то, что я хотел сказать, это в 27 стихе. Скажите, это пасхальная жертва, когда дети ваши спросят вас, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израиля в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил, и преклонился народ, и поклонился. Вы знаете, вся эта пасхальная жертва, она напоминает нам, как Господь прошел, как ангел Господень, пасах, здесь используется слово, прошел мимо. И вы знаете, для одних то, что он прошел мимо, это было милостью, а для других это было судом. В чью-то жизнь излился суд, а в чью-то жизнь излилась милость. И это духовный принцип, которые действуют в жизни каждого из нас. Суд в нашей жизни может стать милостью для кого-то другого. И суд в жизни другого человека
может стать милостью для нас. Мы не должны как бы злиться. Вы знаете, когда в мою жизнь пришел рак от Господа, это был своеобразный суд от Него. Но это была также и милость от Него, очень великая, потому что вся моя жизнь изменилась после этого. Он буквально взял и повернул меня в другую сторону, и я благодарен Ему. Но есть люди, в жизнь которых приходит рак, приходит СПИД, приходит что-то тяжелое, и они все равно прут и не видят, для чего это приходит в их жизнь. Буквально не замечая, все равно двигаясь в своем ожесточении. И то, что я хочу сказать, мы должны обращать внимание, какой плод производит в каждом из нас то, что приходит в нашу жизнь. Если это производит плод освящения, то аллилуйя и слава Богу. Если это производит плод ожесточения и отдаления от Бога, то мы должны задуматься, остановиться и обратиться к Нему обратно. Да благословит нас Господь, чтобы этот праздник, Пейсах, он всегда напоминал нам то, что Иешуа сделал в нашей жизни, всегда напоминал нам о милости великой, которая была излита в жизнь каждого из нас, то, что на месте этого Агнца должен был быть каждый из нас. Но Господь излил милость в Иешуа Мессии каждому из нас и даровал в Нем жизнь вечную. Так прославим Его в жизнях наших. Аминь. Встаньте, пожалуйста, на ваши ноги. Баруха та Адунай, Элоэйну, Мелех Аулам, Ашер Натан Лану, Торат Эмет, Вехей Улам Ната Бетухейну. Баруха та Адунай, Нутен Хатура. Амен. Mm-hmm.